Всем привет! И сегодня я нахожусь в этом заболоченном пруде. Так, и для интереса видео я прям полезу в это место, чтобы снять водные кадры и какие там животные обитают. Думаю, вам будет интересно, что там находится. Ну и мне тоже, как я, каким образом я это буду снимать. И полазю по берегам и посмотрю, каких животных я там встречу. Ну что ж, а мы... Ну что, ребят, сходил я вокруг того берега. Вроде там есть какое-то проявление интересной жизни. Жабы, янтарницы, всякие такие интересные насекомые, животные всякие, лягушки. Но самая такая гость подводная съемка. Надеюсь, будет все нормально видно, потому что вода очень зеленая и мутная. Но начнем все-таки. Не будем долго медлить. Это либо озерная, либо прудовая лягушка. Есть и намного большие размеры. Они могут быть достигать размеров даже с мою ладонь. Мы видели парочку очень больших, но не смогли ее поймать. У нее такие яркие расцветки по бокам. Вот. Прыгает очень хорошо. Мы видим, что у нее на запястьях есть плавательные перепонки для быстрой подвижности под водой. И у самцов вот эта часть может расширяться во время брачного сезона. И это их не такой пев, как бы. Такая мясистая такая лягушечка. Верхняя часть покрыта таким коричневыми две полосками с черными пятнами. И продольная зеленая линия вдоль всего тела. Эта лягушка недовитая, у нее есть железы, но они недовитые, короче. Она очень слизистая. Так, ребят, мы тут с одним моим тоже зоологом подумали, и мы все-таки решили вердикт, что это именно съедобная лягушка. Это такой вид,
Почему съедобная? Это результат скрещения прудовой лягушки и озерной. И получился вот такой вот, можно сказать, гибрид ихний. Вот. Вот обитают они вот в таких вот прудах, ну еще и в больших озерах, стоячих водах. Это их не... Я затрагивал тему на то, что они могут... Я лягушку снимаю. Звуковые пузыри. Вот, они раздуваются во время брачного крика. И они такие выпуклые. Я сюда куда-нибудь картинку поставлю и покажу вам. Длина их составляет от 6 до 12 сантиметров. А активно они в марте и октябре. Вот. Семейство это их не настоящие лягушки, не жабы. В принципе, очень также такой красивый вид. Они во время брачного зова очень громко кричат. Ихние звуки можно услышать практически во всех прудах, озерах и так далее, в реках. И... Реках. Реках, да. Вот я еще здесь нашел таких вот речных янтарниц. Имя их не оправдывает, конечно же, себе, потому что они вот такого янтарного цвета. Это у них происходит спаривание головой. Да, кстати, это правда. Давай. Вот мы видим, какие они таких мелких размеров. После себя они оставляют очень слизкую жижу какую-то. Да. Вы только посмотрите. Да. Не самый красивый, конечно. Вот они. Ладно. Я ложу на то же место, куда их наделал.